Ребятки, всем привет! Я дома на квартире, готовлю кушать. Я нажарила котлеты, это куриные котлеты, такие вот красивенные. Я их пропарила еще, когда на вторую сторону, на другую перевернула, добавила водички, крышкой накрыла, они пропарились. Вот, в предыдущем видео вы видели, я купила карасиков двух штучек, 85 гривен килограмм. Вот, и хочу их сегодня же и пожарить. Я не люблю, я его купила, он живой, свежий, то есть живой, трепыхался. Я не люблю его замораживать, после заморозки оно уже не то. Надо кушать, когда оно вот свежак-свежак. А вот, я выпотрошила, почистила, делаю такие, боже, все ножи тупые. Мы тут не жили, ножи просто себе лежали, и что, они об воздух затупились, капец. Вот, делаю такие надрезы, я сейчас посолю, пусть постоит там чуть-чуть. Блин, мне еще раз надо на почту бежать, мне так лень, меня так соблазн оставить это на завтра, мне так не хочется никуда сегодня. Ой, сейчас еще я стирку очередную загружу, чтобы постирала. У нас сегодня всего лишь одно отключение света за целый день, 3 часа не было света, и все, я в шоке. Прямо лафа какая-то, ну, удача подвернулась. Поэтому можно свободно включать стиралку, хай стираю. Я с дачи там попривозила большие вещи, которые я в прошлый раз там не постирала. Я там постирала одежду и полотенце, а постельное объемное там не постирала. Так, все, добавляю сюда соль. Так, а у меня тут есть специи для рыбы, Ой, боже мой. Что тут у меня есть? Всяко разно, разнообразно. Блин, а для рыбы у меня где-то была отдельная такая желтенькая. Я ее что-то не вижу. Вот она. Вот такая, вот она для рыбы. Вот так посыплю. Так, это мне, значит, не надо. Фу. Соль. Унутро чуть-чуть соли. Так, и с обратной стороны. Вот так вот. И эту специю с другой стороны тоже. Все, пусть немножечко отдыхает. Уже жарятся мои красавцы. Вот все. Красавцы красивенные. У одного аж хвост со сковородки торчит. Не влазит. Ребятки, всем привет. У меня новый день наступил. Я не знаю, видео, наверное, там продолжается, бы я вчера ничего не снимала. Вот, я сходила, вообще сижу, уже жду мужа, у меня стирка перестирана, все по пакетам сложено, готово, вот, и начала собирать сумки, он меня на дачу забирает, начала собирать сумки, думаю, блин, а то не купила это, по-моему, на даче там яиц нет, ну, в общем, я быстренько выбежала, пока он не приехал, что купила, булочку с маком, рулет с маком, 30 гривен стоит, очень вкусно, я попробовала, классно. Так, рогалик, это я Лене купила, с абрикосовым джемом. Ой, не знаю, что почем. Сейчас в чеке глянем. Тихо, тихо. Яйца 36 гривен. Рогалик 15 гривен. Десяток яиц 36 гривен. Майонез. Вот такой небольшой взяла. 20 гривен. Так, потом куриное филе. Захватила как раз на ужин. Там надо будет что-то сегодня готовить? Надо. Я пожарю эти отбивные куриные. Так, и филе, филе. Килограмм, подорожало филе. Килограмм 190 гривен уже. 180. Что? Килограмм 175 гривен. 3 штучки я взяла, вышло 900 грамм на 158. Вот, колбаски чуть-чуть. Варена Балыкова. Килограмм 190 гривен на 70 гривен. Ну, бутерброды. Вот, и то, что мне нужно было, мне надо будет сегодня срочно наварить кашу для жука. Она у него закончилась. Я пошла и купила этот, ну, каркасы эти куриные. Килограмм 40 гривен они уже стоят. Вышло на 76. Все, так что этот самый сейчас в пакеты пакую и
Еду на дачу. Там за альмушкой соскучилась, за жуком жуку. Ребята, я буду встречать свою собачку. Пищит. Боже мой, писклю. Боже. Ты шо? Писклюнечка. Пошли. Привет! Привет, жучка моя! Сыкля, пошли! Пошли, сыкля, я сумку оставлю. Ой, тут двор подметен. Ой, ой. Привет! Привет, сыкля! А что ты сыкаешь? Привет! Папа сказал, что ты опять чешешься, на прививку надо тебя, да? Да, привет, нас сыкала. Ай, привет, собаки! Ай, так, все, дожди, сейчас сумку уберу. Приехали мы как раз в обеденное время, час дня. У нас есть бутербродики с красной рыбкой, яйца, борщ последний, я мужу оставляла, все никак не доест. Вот и последний, завтра буду какой-то новый супчик варить. Лук у нас, чесночок, а у нас есть вот финики. Вчера тут гости, оказывается, без меня приезжали. Финики привезли. Вот будем доедать. Соус томатный. Вот. У меня и компот, и я еще потом себе чаечек сделала. Все, обедаем. Так, что, ребятки, подключила микрофон, потому что сегодня ветер, ветрено. Ой, а что, он не включен, что ли? Значит, должен быть включен. В общем, приехали ж мы, как раз пообедали, я вам показывала. Думаю, блин, что-то я вообще, меня рубит просто. Пойду лягу, посплю. И я как уснула, я пару часов проспала. Ну, тоже надо иногда, а что? И я только проснулась. Надо готовить ужин, потому что здесь все позаканчивалось, ничего нет. Вот. А потом думаю, так, стоп, какой ужин? Надо сначала собакам приготовить. У жука закончилась каша. У Альмы закончилась гречка. Надо все это им поварить. Поэтому сейчас... А я купила ж эти каркасы куриные. Надо их перейти. Там вон Ласу подкармливаю. Кидаю ей чуть-чуть мяска, она любит. Альма сырую курицу не ест вообще. Выплевывает. А Ласа с удовольствием. Вот, сейчас нарубаю, поставлю кашу варить. Блин, я не помню, ячка есть или нет. Брала я, не брала, что там осталось. Ну, на крайняк сварю жуку гречку. Хотя он гречку, казалось бы, гречка вроде вкусненько, да, он плохо ее ест. Я даю Ласу. У меня сейчас вот-вот в любой момент может разрядиться микрофон. Не заряжен. Я второй вон там на зарядку поставила, у меня же их два. Этот может разрядиться. Этот, что на ужин готовлю? Я купила куриное филе, яйца есть, делаю отбивные. Нарежу небольшими кусочками, обмакаю мука, яйца и пожарю на сковородочке. И я у мужа спросила, что, макароны или пюре? А к макарону надо подлив, короче. Блин, вы не упадете? Ветер дует. К макарону надо подлив готовить, мне лень. А пюре, в принципе, мы кушаем и без подливы. Блин, какой ветер! Ну, вроде ногой вы уперты тут в стену. Не должны упасть. Ногой хорошенько упирайтесь там. Не упадите. У меня в этом году столько раз падала стойка с телефоном, что капец. В начале лета, когда сильные ветра у нас были, сколько раз ронялись вы. Я уже боюсь. Да ё-моё. Так, жуку я в этот раз что? Добавлю не морковку, а в прошлый раз морковка была, а в этот раз добавлю кабачок. На. Кабачочек. Вкусная кашка будет с абанашком. Да, Альмуша? А, еще я с собой привезла немного салата крабового. Вот на вечер будет отбивные куриные, салат крабовый. И нормально. А, еще надо суп. На завтра нет супа на обед. Может быть, я сегодня сварю, не знаю. Но лучше сегодня. На завтра дождь стоит, ребята. Так не хочется. На завтра дождь. И, походу, то ли на целый день, то ли шо. Поэтому надо пойти этой морковки накопать сразу. Может, сегодня суп сварю. Да и все. Короче, сегодня я на кухне, на готовке. Приехала с города, там готовка была. Приехала сюда. И тут у меня готовка. Лас, а ты сейчас нажрешься, ты ж ужинать уже не будешь, походу.
На. Так, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Собака вся обсикалась, обрадовалась. Меня так встречала, так встречала. Девочка моя, она со мной спала. Я говорю, ладно уже, иди ко мне. Мы обнялись и спали вместе. Альма, ты не ешь такое, что ты заглядаешь? Видишь, обижается на меня, что я ласки даю, а ей не даю. Ты жди ужина. Все. Свободно. Слушайте, и ветерок, вот я стою в шортах и в футболке, а и понимаю, что такой ветерок, что я знаю, сейчас я в кухню пройду, там теплее. А тут я прям это, ну, ух, охота надеть какую-то кофту. Все, ребята, осень наступает-то. Ну, осень уже и так наступила, я имею в виду, что погодные условия уже такие осенние. Я думаю, что ночь сегодня прям прохладная будет. Надо, наверное, штаны пойти надеть, что ли. Ух, что-то. О, мне надо попросить, я мужу говорила, а он, видно, забывает. Этот, мне надо на кухне сделать крючок. Как раз до завтра надо это сделать. Может, сегодня я уломаю, найти время и сделать. У меня получается в кухне, вот эта дверь, да, когда идет дождь, туда залетает дождь. Мне ее надо, когда я тут снаружи нахожусь, я ее закрываю, снаружи есть крючок. А когда я что-то готовлю, хочу находиться в этот момент внутри, я не могу закрыться изнутри, там нет крючка. Сама по себе дверь не стопорится, то есть она все время открывается, поняли? И надо там придумать какой-то крючочек, чтобы я могла закрываться на время дождя, сильного ветра, чтобы оно не залетало, поняли? Надо, чтобы он, раз как раз завтра дождь, оно чаще всего как раз косой дождь, и все залетает в кухню. У нас раз я забыла закрыть кухню, так мы не могли зайти, там лужа такая воды была, аж до стола летел дождь. Надо сегодня сделать, как бы это не забыть так. Как бы не забыть. Ласа, ты будешь еще? Че ты уже объелась? На. Лезет еще в тебя. Фаршируйся, фаршируйся. И этот, вот она сейчас сидит на рыжем этом диванчике от мягкого уголка. Отобрала, съела, Альма. Ты что, ешь? А я тут рассказываю, что ты не ешь. Че ты так голодна? Что такое? Убрать вот этот диванчик, потому что в прошлый раз, короче, был дождь, когда гроза, помните, я вам показывала была, мы в беседке сидим, меня наругали в комментариях. Юля, ну что ты в самом деле, ты же взрослый человек. Что ты сидишь во время грозы, на улице вообще находиться нельзя. На. Съела? Да, есть. Наругали меня, ну в общем. И, короче, я сижу, понимаю, что ливень, такой косой дождь, и этот диванчик тут стоит, и его прям заливает, заливает. Так-то ничего, он потом просохнет, но ножки, вот эта вот вся его шубатура, эта структура, она из прессованной ДСП, чьяк оно там называется, оно ж размокает, набухает и мухана. Надо убирать его отсюда. Вернуть сюда пластиковый стульчик. Да и все. Пластику ему пофиг, дождь, не дождь. Убрать надо его. Да он у меня тут в кухне стоял, а теперь в кухне раковина, которая еще не сделана, просто раковина стоит. Вот. А куда его теперь убрать? В дом убрать? Не знаю. Некуда поставить теперь. Можно было бы там, мне не хватает его там, потому что я привыкла, что я на него кидала одежду. Ну, потому что далеко, например, мне надо поменять футболку там или еще что-то. Я тут переодеваюсь, в кухне у меня стоял этот диванчик, я сюда кидала одежду. Ну, такая привычка у меня кидать одежду. Я в своем доме, да, где хочу, там и кидаю. Мне лень идти туда, аж в дальний дом. И, а теперь у меня нет этого места, куда одежду положить. Вот. И я вот складываю сверху на раковину. Но она пока еще не рабочая, конечно. Вот. Ну, этот диван, стульчик бы туда куда-то внедрить. Можно возле холодильника, но там места там мало. Посмотрим, не знаю. Но сегодня надо его тоже убрать. Потому что дождь там вообще должен начаться еще ночью. Оно уже чувствуется. Что ветер такой поднялся. Так, все, последнее, Ласа, доедай. Хорош. Сейчас я помою жуковскую кастрюлю и поставлю первым делом кашу варить, чтобы жук не съел меня. У нас, ребята, кажется, дождь раньше начнется. Что-то оттуда такое темное идет. Ой, просто капец. Так, еще осталось этот мусор вынести. Муж выносит мусор. Он на днях подметал полностью весь двор.
полностью все вымел. И была полная эта тележка вот такого вот мусора. Полная тележка. И так каждый раз, ребята. Одни понес, еще вот этот вынесет. И надо тележку эту, потому что к дождю готовимся. Надо ее, знаете что, вот так вот перевернуть. Оп, тихо. Вот так вот сейчас. О! О! Все. Вот таким вот образом. Чтоб вода в нее не набиралась. И вот это так поставлю. Ага, стоит, короче. Вот так, эти пакеты не нужны, бо это для мусора у нас старые пакеты, я собираю ненужные. Так, и так потемнело как-то, сейчас будет дождец. Вот, а у меня здесь, сейчас в гараж кину, у меня здесь, ребята, процесс идет, жуковская каша варится, вот, кипит потихонечку, надо... плита грязная, ребят, простите. Сейчас я убавлю огонь. Тихо. Вот так вот. Минимальный. Пусть кипит. Ячку нашла. Последний килограмм был. Еще гречки сюда добавила немножко. Кабачок добавила. Вот он кусочками резанный. Альми поставила гречку вариться. Ребята, эмалированная вот эта посуда подходит для этой плиты. Отлично. Гречка почти готова. Раз, два и все. И свет. Должны были отключить свет, не отключают. Вообще шикарно. Все, сейчас начинаю отбивнушками заниматься, куриными. Ребята, все, жарю отбивные. У меня готова гречка, готова жуку каша. Я ее сразу насыпала, чтобы она остывала. Начистила картошку, там у меня варится пюре. Порезала отбивные, отбила, посолила, поперчила. Вот взбиваю яйца, насыпала муку. А здесь на плите у меня варится... На завтра бульон, там две куриные ножки, курки домашние, и хай варится. Я сегодня сварю бульон, а завтра утром сварю суп. Ну, так решила. На улице пошел дождь. Вот. Морковку не ходила копать на суп. Я вспомнила, что у меня в заморозке там есть. Лишнее оставалось нарезанное. Я, короче, в суп добавлю. На всю ночь стоит дождь, на завтра на день стоит дождь. Ну, в общем, так. Так, что? Надо жарить отбивные. Сковорода у меня тут разогревается. И будем жарить. Так, масло, кстати, последняя бутылка надо будет подкупить. И увидела, что муки мало, вообще мало осталось муки. Надо будет тоже подкупить. Вот. Вот такие вот дела. Альму в доме закрыла, чтобы она не мокла под дождем. Ну, такой дождь не сильный, такой моросит. Вот. Мужа попросила же сделать крючок на дверь. Побыстрому, уже дождь начинался, по-быстрому, чисто из проволочки. Пока что, на сегодняшний вечер сделала из проволочки. Но пока ветра нет, не косой дождь, дверь открыта. Проволочка такая за ручку цепляется. Ну, пока так. Это то, что такое самое быстрое. Вот, я уже оделась, штаны, кофту, хотя здесь тепло, здесь можно и снять кофту. Перетащила сюда этот стульчик, диванчик этот кухонный, вот на него кофту и брошу. Так, ну что там, ты нагрелась уже или нагрелась? Жарим отбивные. Время, боже, так время быстро пролетело, уже 8 часов вечера. Сейчас пожарю отбивные, как раз доварится картошка, я сделаю пюрешку. Есть у меня масло, есть молоко. Вот, да, будем садиться ужинать. Все. Все. Боже, моментально на этой новой плитке, вот этой индукционной, закипает моментально. Классно. И прикольно, что вот эти эмалированные кастрюли к ней подходит. Ну да, получается, подходит все та посуда, которая магнитится магнитом. Потому что принцип работы индукционной плиты именно магнитные там волны какие-то там, ну не знаю. Поэтому посуда та, что магнитится. Вот. Сейчас наготовлю. Я пюре побольше отварила, чтобы на завтра осталось. Я знаю, меня ругают за это, что пюре надо свежее кушать. Ну вот сегодня покушаем свежее, а завтра поджарим на сковородочке. Бо я завтра, ну, чтобы на ужин то же самое было. Только на обед суп сварю. Не хочу завтра долго. Дождь на улице. Вон, буду, может, в доме уборкой заниматься. Что тут под дождем делать?
Да и все. Что-то оно прилипло. Здравствуйте. Что такое? Ладно, сейчас я руку помою. Может, этот плохо сковородка разогрелась. Что-то оно прилипало. Нормально. А, отбивные быстро жарятся. Так, что там моя картошка? Посмотрим. Варится еще. Еще чуть-чуть. Ну, как раз пока отбивные дожарю, она уже готова будет. Надо чуть дальше от стены, наверное. Самое минимальное поставила. А вот такие вот дела. Смотрите, чавкалка. Чавкает. Эх, боже, як порося. Мукбанг собачий. Ой, ой, голодная. Ты, поросенок. Ребята, на улице опять дождь спустился. Я уже почти закончила все. Ой. Еще молока добавлю. Отбивные его там еще чуть-чуть. На сковородке сейчас достану. И все. Ой. И готово. Включила комбайн. Так, уже масла почти нет на сковородке. Ну да ладно, его не хочу видеть. Дойдет. Так, мука осталась, я шкафчик убираю. Ой. Ой. Будем кушать, будем кушать. Ой, дождь, дождь, капец. Так, ну что там? Брать. Курицу сюда переставила. Надо вообще-то медленный поставить. Она долго варится, потому что это не обычная окорочковая курица, а типа, не знаю, домашняя, не домашняя. Она дольше варится. Я решила сегодня. Да давай, дожаривайся уже, ну. Так, салатик. Я ж дома взяла крабовый. Где он? Тут маленький контейнер. Салатиком. Ну, можно добавить температурки. Значит, ну, готово. Все. А пусть постоит просто на выключенной плите. Минуточку-то и все. Стоит, дойдет. О, все, тут медленно кипит. Слушайте, свет не выключают. А ну, сейчас посмотрю, сколько время. Сколько время. Это не выключают. Минуты 9, сейчас могут вырубить. Вчера, по-моему, где-то в 8 вечера отключали. Сейчас могут выключить мне свет, да?
Ну, у меня как бы все разогрето, все готово. Да и все. А, надо еще успеть чайник вскипятить. Сейчас поставлю и все. И садимся. Так, хай, тут сковородка стоит. И садимся кушать. Сейчас я не хочу просто ее мыть под дождем, ребят. Надо тут со столов повытирать. И все, кушаем. А может, не выключать свет, вообще будет шикарно. Нифига, ребята, вырубили свет. Но я как раз только, считайте, успела приготовить. Света нет, его отключили. Но у нас тут лампа есть. Вот, и вот темнота. И в беседке как раз зарядили. Тут тоже лампочка есть. Все. Ой, вот наш ужин. А, надо вилки еще взять. Пюрешечка, свежачок, салатик и отбивные. А, еще аджичку открыли. Альма, там мухи возле тебя летают. Свинюшка. Все, ребята, на этом все. Увидимся завтра. А что я не открываю отбивнушки? Вот все. Увидимся завтра. Все. Пока-пока.